Псаки. Дженнифер Псаки. Думаю, мы готовы перейти к следующему вопросу. Мы хотим, чтобы у Украины был доступ к дополнительным объемам газа, если они потребуются. Как вы все знаете, природный газ транспортируется по газопроводу из Западной Европы через Украину в Россию. Думаю, мы готовы перейти к следующему вопросу. Была выбранная карусель, что голосовали дети и даже жители Москвы и Санкт-Петербурга. Извините, я не очень представляю, что такое выборная карусель. Знаете, я вообще-то читала и сама не очень знакома с этим термином. Я обязательно уточню. То есть вы уверены, что люди не ездили по кругу на игрушечных лошадях? Нет, я думаю, речь здесь идет не об этом. У них там свои методы проведения выборов. Вы все хорошо знаете Викторию и наверняка в курсе, что когда ей было 23 года, она 8 месяцев жила на борту русского судна и, возможно, узнала там определенную лексику. Вы имеете в виду, что она с предубеждением относится к России? Нет, я предполагаю, что на борту этого рыболовецкого судна она могла узнать русскую ненормативную лексику. Но она же ругалась по-английски. Она... Ладно, это я пошутила. Ну, понятно. Они были в Твиттере, и они находятся в открытом доступе. На снимках мы видим, что эти люди, судя по внешним признакам, явно имеют отношение к России. И это вы называете доказательством? Вы же не хотите сказать, что правительство США со всей своей разведкой и так далее теперь зависит от фотографий, которые выложили в интернете? Эти снимки из открытых источников. Выводы делайте сами. Но все-таки вы согласны с тем, что русские имеют право требовать деньги за проданный товар? Мэтт, я с радостью разберусь в этом вопросе, когда вернусь к себе в кабинет. Подпишитесь на канал Beautifully, и вы не пропустите очередное видео из серии «Самое оригинальное и красивое».